Еще раз, мы договариваемся о некоторых определениях, которые мы с вами получили. Скажу сразу, я излагаю вам теорию Кехава по взглядам Максима Ильича Шапира. Я называл вам это имя, глубоко ценимый стиховед, замечательный человек, один из моих учителей, которому я обязан очень многим. Те термины, которые сейчас, может быть, прозвучат, будут не общеприняты. Но это термины именно его, которые он успел создать. Итак, что же у нас получилось? Что такое стих в отличие от прозы? Чем он отличается? Еще раз я задаю вам этот вопрос. Вы называли в прошлый раз, что стих можно читать, по крайней мере, в двух направлениях. Это означает, что у стиха есть несколько, как говорят ученые, членений. Не только синтаксическая правда, но и какое еще? Прежде всего, стихофон, границы стихотворной строки. Помните? Значит, это некая стиха. Это некая система сквозных членений, проходящих через весь текст. Это очень важно. Итак, стих – это прежде всего членение. Причем, надо сказать, в основном вертикальные. Что значит сквозные? Давайте подумаем. Сквозные – насквозь, если они проходят. Значит, они должны проходить через весь текст. Можете написать в скобках «сквозные, проходящие сквозь весь текст», «через весь текст». Кто задает это членение? Автор, безусловно. Значит, они, что очень важно, заданы. Раз они заданы, здесь будет еще одно страшное слово. Сквозных принудительных членений. Как вы понимаете слово «принудительных»? Специальных. Специальных, да? Заданных в данном случае автором. Но я прошу вас не торопиться и не вписывать пока слово «членение». Потому что я вставлю здесь еще одно очень страшное прилагательное. Вспомните, мы говорили с вами о том, что существует инвариант и вариант. Все помнят? Все помнят. Прекрасно. Вот давайте вспомним, как мы называем такую систему, в которой между А и Б есть некая Х. Между А' и Б' есть некоторый Х'. Догадайтесь, что будет вот здесь. И так далее. В каких отношениях между собой находятся эти единицы? Ну, то есть, условно говоря, да, он главный, а все остальные его варианты. Что это может вам напомнить? Мы говорили о том, каким может быть ям, каким может быть корей, да, стопа, ямба, которая представлена своим, помните, нормальным вариантом, условно говоря, да, привычным нам. И потом может быть без ударения вообще представлена вот таким вариантом, таким вариантом и вариантом, случайно, скажем так, совпавшим с Кореей. Что это может напомнить? Да одну простую вещь, знакомую вам прекрасно. Склонение. Изменение слова по падежам. Помните? Вот это очень важно. Чем отличаются друг от друга? Ну, скажем, слово «стол» и «столом». Окончанием, безусловно.
Значением. Значением? Стол и столом. Отличается значение? Падежом. И все. На каком основании мы делаем вывод о том, что это одно слово? Корень. У них один корень, это хорошо. Еще. Этого мало. Склонение одинаковое. Что значит склонение одинаковое? Вот у нас есть. Давайте склонение тогда. Дальше движемся. Дальше. Замечательно. Дальше. Столом. Я не поленюсь выделить окончание. Откуда мы знаем все это формы одного слова? Формы. Корень не то. Корень да. И нет приставок и суффиксов. Да, нет новых приставок и суффиксов. Не появилось нового значения, согласен? Если убрать окончание, то получится начальное слово. Конечно. Мы говорим, как вы понимаете, всегда формами слова. Кто вам скажет, что мы говорим словами, не верите. Мы можем в каждый отдельно взятый момент времени употребить только одну форму слова. Правда? И вот эти наши слова находятся в точно таком же отношении, как наши слова. Правда? И составляют, как говорят ученые, страшное слово, парадигму. Можете не торопиться, пока записывать страшное слово, но оно вам обязательно пригодится. Парадигма – это набор форм, некая иерархически организованная схема. Набор вариантов одного и того же. Давайте попробуем привести пример таких парадигматических вещей. Ну, самая простая вещь. Вы купили набор конфет. Все конфеты там одинаковы. Конечно, нет. А что их делает, скажем так, похожим? Общий производитель. Допустим, общий производитель. То, что это набор. Понятно, о чем речь, да? То, что сказано, скажем, на обложке. Конфеты там мечта. Понятно. Или конфеты стихове. Если вы купили две пачки одинаковых конфет, то они будут одинаковые? Ну тогда вы не купили набор. Конечно, они не будут отличаться. Да? На первый взгляд, конечно, в них есть отличия. Кстати говоря, чем отличаются две, ну скажем так, действительно, на первый взгляд одинаковые вещи? Массой. Ну, с точностью до определенной, наверняка массой. А еще чем? Формой, например, небольшой пункт. Хорошо, две одинаковые конфеты, сделанные на одной фабрике. Как? В разное время, скажем. Даже если разница во времени между ними составляет какую-нибудь тысячную долю секунды, они не могли быть произведены в одно и то же время, правда? Еще одна разница между ними такая существенная. Да нет, у них один вкус, один производитель, один фантик. Ингредиенты одинаковые абсолютно, делались по одной методике, из одного куска шоколада. Может быть, срок годности? То же самое, одинаковое. Форма? Форма одинаковая. Очень простая вещь.
Давно. Может, когда у вас закручивается фантик, там может быть. Ну, там возможно какие-то отличия, но это уже детали. Честное слово. Форма же не может быть одинаковая. Например, одна чуть более помятая, другая менее. Так, форма не может быть, ну, абсолютно математически одинаковая, это тоже правда. Вы сказали о времени. Может, забыли еще о пространстве. Сохранение. Они могут заменять одно и то же место в пространстве. Нет. Нет. Никогда. Даже если все остальные условия абсолютно одинаковые. Но это нас сейчас не очень заботит. Мы говорим не о двух одинаковых вещах, а о наборе. Вот нам нужен набор. Что такое склонение? Это набор окончаний. Парадигма склонения. Что такое спряжение? Изменение полиции числа. Чем отличается, скажем, первое спряжение от второго? Не рассказывайте мне сейчас в деталях. Окончаниями. Это разные наборы окончаний. Помните, у нас есть такие странные разносполагаемые глаголы. Как глагол «хотеть», например. В котором сочетаются вдруг, случайно. Набор окончаний номер один, первое спряжение, и набор окончаний номер два, второе спряжение. Нам сейчас важен именно набор. И вот как есть набор окончаний в склонении, набор окончаний в спряжении, набор всех прочих форм. Точно так же есть у нас с вами набор наших. Стоп. Во всех их разновидностях. Значит, это тоже парадигма. И на самом деле это распространяется не только на стоп. Но и мы знаем, на что еще. Что еще, кроме стоп, у нас может быть? Это могут быть и слоги, и такты, и стихи. Конечно. И если чуть крупнее, строфы. Значит, вот сюда я бы вставил такое мощное слово «парадигматический». Система сквозных, принудительных, парадигматических членений. Осталось только понять членение чего? Текст. Текст. Пока мы ограничимся этим определением. Оно и так достаточно сложное. Если вы почитаете труды стиховедов, в том числе Максима Ильича, вы увидите, что оно чуть более еще сложно. Я сейчас не буду вас этим мучить. Это значит, что стих – это некая сетка, в которой есть, помните, да, вот эти вертикальные членения, обязательные, принудительные. И каждый из этих членений представляет собой на самом деле развертку ужасной парадигмы. То есть в каждой клеточке нашей таблицы может быть та или иная, помните, форма. Это относится прежде всего к метру. Метр. Это членение постоянное, обязательное, как система постоянных членений.